Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня вы увидите буктрейлер на книгу «Марсианские хроники» Рэя Брэдбери. Это довольно большая книга, написана в форме дневниковых записей с датами и годами. Благодаря такой особенности и совсем реалистичный и правдоподобный мир эпохи колонизации Марса в 1999-2026 годах воспринимается читателем очень легко, и он вживается в книгу уже на первой главе. Современный читатель может столкнуться с некоторыми проблемами, связанными с годом написания книги 1949. Например, вы уже обратили внимание на то, что колонизация Марса довольно необычный проект даже для нашего времени, проходит в прошлом для нас же времени, что вызывает немалое удивление. Надо также обратить внимание на то, что книга, хоть и относится к жанру научной фантастики, все-таки содержит несколько серьезных деталей, которые оспариваются современной наукой. Этот факт также обусловлен временем написания книги. Эта книга была первой, которая вдохновила меня на дальнейшее изучение тематики Марса и другой, околокосмической тематики. После ее прочтения я начал искать другие проекты землян по покорению марсианской поверхности. И был немало удивлен, увидев, что такие проекты уже находятся на этапе осуществления.